25 улица, у людей вчера погорела вся электротехника. Телевизоры, компьютеры, холодильники, лампочки, то я вообще не мерено, они там стреляли, эти лампочки. Мы взяли прибор, тестер, надежный, савдеповский, не китайский. Резетку начали проверять, значит, напряжение прыгало от 40 до 440 вольт. Угу. Вот такие скачки напряжения были. Угу. До этого приезжала РЭСовская машина, потому что свет пропал вообще везде там. Ветер был, свет пропал. Приехала РЭСовская машина, вот, они что-то там 2 часа стояли, пока люди на них не наругались, что вы приехали. Они подняли вышку, залезли, какую-то перемычку там кинули, уехали. И вот после этого начали сотеть. Вот такая вот беда. У людей погорело там, пожалуй, больше, чем десяток семей. Ну, в общем, короче, вся улица. Это погорели электро... Ну все, давайте тогда идем вот. Третий этаж ее надо, начальника. Я звонила, уже сказала, третий этаж. И вот дело сюда. в том, туда. Что до сих пор скачки напряжения, вот мы уехали сюда, вот в РЭС, то скачки напряжения продолжают идти. Пошли. Вот сейчас я тестер поставил, там получается 240, 300, чуть меньше, ну ветра нет. Вечером в час... ночи я вышел, то на этом столбе, где они лазили, там какие-то дуги, какие-то искры летят. Сам столб, это ужас. Это в страшном сне представить нельзя. Такое накручено, такое налеплено. Видео, фото, показания этих, ну что мы с ним, ну, скачком напряжения. Видео есть, мы сняли это все на мобильный телефон. Но единственная проблема, мобилка разрядилась, а зарядить ее просто негде. Но оно все есть. Ну да. Но оно все есть, показания этих. Ну идемте. Показания вот этот столб есть, Хоменко, который а там черт ногу сломал. У меня же каблука. И спрашивается, за что мы этим делаем. Да я подержу сдавать. Сейчас пойдем задавать питание. Почему так и бывает? А ну, я звонила, там катастрофа. Говорит, люди хуй. Все можно. Чего вы не боитесь? Да вы извините, мне много смешали. На территорию предприятия, пожалуйста, позовите приемный, вас скажут, что вы примут. Вы люди без света сидят, у тебя есть совесть. Да не мужчина, у тебя есть совесть да, вообще? Нам надо снимаю, попасть говорю, к начальнику. У людей нету света. Света нет, это бог с ним, свет сделает. Начальника вызывайте сюда, вызывайте начальника сюда. Люди сидят без света, вы что? Света нету, звоните на колл-центр. Куда я звоню? Я сказала сюда прийти. Чего он не выходит на людей? На колл-центр делается заявка здесь. Заявки? И заявку я сделал, лично я сделал заявку. Вот телефон есть, набирайте. Какой телефон? Послушайте. Послушайте, в колл-центр я лично звонил и сделал заявку. Ноль. Вызывайте начальника сюда. Чего он не выходит? Нехай выйдет сюда. Не верите, звоните сюда. Вы звонили, вот сам мужчина говорит, он звонил на колл-центр. Реакции нет. Потому люди пришли сюда, к вам. Колл-центре мне сказали, вот сюда. Вы сейчас, полиции нужны позвонить, есть он на месте, нет он на месте. Я пойду к начальнику. Вот наберите, пожалуйста, его наберите. Никого набирать не буду, что вы мне рассказываете. Ну как у нас сейчас? Я тут заведу утром. Вот наберите, и вам ответит. Нет, не надо мне наберите, я хочу поговорить и смотреть в глаза. Так, ну, вы с 9 утра меня тут прессуют. Ну подождите, что вы мне сказали? Чего вы мне толкаете? Завтра здесь будет вся дроздовка, никто на работу. Люди выйдут сюда завтра, поверьте мне. Посмотрите, позвоните сюда. Потому что у нас на десятки тысяч. Звонили, мы звонили. Снимайте его. Он выйдет сюда до людей. Выходит, посмотрит людям в глаза. А где он? Что вы врете? Он у себя в кабинете. Как он на выезде? Давайте я с вами пройду к начальнику, а вы потом все дальше. Какому вам, кто вам я нужен, не какой знаю, начальник? Кто у вас начальник разбирается вот с этими вот кидалами на деньги? Кто у вас с этим разбирается? Ну вы же написали заявление. Написал заявление, а дальше что? Мне надо платить. Вам же там свет. Вам свет еще никто не отключает. Еще никто. Когда я уеду, приеду, то отключат. Поэтому дайте я получу личные гарантии от начальника, что мне свет не отключат. Я хочу оплатить. А вы по вопросу отключения света или отсутствия света? Вот вы начали с этого сказать. На улице дроздовка. На улице. Мы все вместе, мы поддержим друг друга. У нас касается все. Это недовольные люди. Это довольны. Все одинаково недовольны. Работой, которую вы выполняете. Алло. Андрюха, давай бери пацанов, подъезжай сюда к РЭСу. Тут пизда.
и шины набирать. 5 часов у людей. Напряжение, у нас видео есть, мы сняли, тестер, 440 вольт в сети, не верите, мы вам видео покажем, 440 вольт, погорели телевизоры, холодильники, ну все, а вы нам говорите, начальник, у меня сгорело дома техники 1025, что я тебе должен делать, что я должен делать, сейчас будет кипиш, что начальника вашего сдать выглядывать. Колл-центр сказали сюда идти мне. Вот сюда. Колл-центр сказали, колл-центр сказали идти, да, сюда. Да, сюда идти. Сюда. Такое ни разу. Вот звоните. 0800 номер сказать. Звоните. Да. Они обычно записывают вашу заявку вот и передают заявку на исполнение нам. Но не говорят, зайдите, позвоните и так далее. И это еще, можете узнать, позвонить. Можно использовать ваш звонок как официальный. Я говорю, да, мы даем. Сюда в филиал даем заказ. В каком населенном пункте вы проживаете? Так само. Вот правильно вы говорите, что они дают сюда разнарядку, что такой-то за таким-то адресом есть такая-то проблема, надо выбрать. Я говорю, были ресовцы два раза, вчера в 4 часа, они там 2 часа стояли, пьяни. Я не боюсь этого слова. Наберите телефон, вам сейчас вам скажут номер телефона. Потом уехали, что-то накрутили там, у людей все погорело. Утром приехали такие сами пьяни. Вы хотите прийти к позвоните в приемную, скажут, да, проходите, вы пройдите к а люди без света, вот сюда вы вот сюда. Вот есть начальник. Люди без света сидят, капец, они, блядь, приемную надо записать сейчас. Сейчас подождите, я сейчас приемную. Вы исправляете, что вы соблюдаете права? Мы соблюдаем ваши права, соблюдаете наши права. Я не прошу вас мои права. Сейчас зовем. Вы, говорю, соблюдаете. Мы сейчас звоним 112, и пускай они тогда вместе с нами будут идти к начальнику. Вместе с полицией проходите дальше. Мужчина, подождите. Что вы наглеете? Вы стоите тут. Что, я стою тут и никуда не езжу. Блин, ну это вообще... Что вообще? Нормальный свет, когда у тебя дома есть? Так, у мужчины есть свет, у него другая проблема. Да, нормально, а люди без света сидят. Да, я их возле засвечу. Нет, у нас свет есть. Люди без газа. Сейчас есть свет, только не вздумайте его включать, но там 400 вольт. Так, я вообще запутался, честно говоря. У вас нету света. Ну, у кого-то нету. Там у человека. У меня, например, сейчас... Деньги платить надо, но не то самое. Как-то все... Он есть, понимаете? Понимаете, как лодочка на волнах. Вот так включил 40, 440. 380, ну, я, честно, 20, 400, ну, вот так вот, так сидишь, любуйся на тот тест, ну, вот так вот стрелка. Ну, алло, здравствуйте, пришлите, пожалуйста, полицию на РС. Давайте. Запиши в журнал, идемте, пройдем. Я с ним сейчас. А это люди, что не такие? Могу вам больше сказать. Это мы как представители приехали. Юрий, там десятки семей, таких как мы. Где работает это? Будет там, когда там? Или там бригада находится? Серкиса, десятки таких, вся улица. Паша, что делается? Просто... Видите, мы не можем попасть к начальнику. Человеку, который это... вас обеспечивает электроэнергией. Вообще, я не знаю, то есть что это такое делается. Мы должны... Это неправильно подходит. Это что, режимный объект? Это неправильно. Да. Почему это режимный объект? Подождите. Зачем сейчас кричите? Я говорю с вами спокойно. Давайте просто говорить. Вы что, не человек? Он, смотри, как он состоит. Послушайте. У него цвета нет. Послушайте, вы можете меня обыскать. У меня ничего просто... запрещенного нет. И пропустить. Вы пришли создать здесь ажиотаж. Мы пришли к начальнику. Вы меня не слушаете. Услышать от него конкретные... объяснение людям, почему они в данный момент находятся без света или почему им дают перенапряжение и так далее. Вот почему. Сейчас будет больше людей. Порывов, и сейчас бригады восстанавливают свет. Где у нас нету порыва. У нас порыва нету. Нету порыва. Вы у нас 400 вольт. Не что-то сделать. Вы просто кричите. Потому что вы нас не пускаете, потому вот мы не пускаете. Не пускаете. Я хочу вы же не исп... На территорию предприятия вход не свободный. А по звонкам. Мы начали с того, что позвоните, вас примут и вы пройдете. Вы сказали, что звоните, звоните. А не я должен звонить. Вы должны. А, мы еще должны звонить. Только где телефон его? То есть надо 15 звонков сделать для того, чтобы прийти. Да, 15. Звонили. И все расхвачено у них. Просто трубку не берут. Даже просто вот. Колл-центр звонили полтора дня, пока дозвонились. Вижу все кабинеты, что он хвалится от людей. А яка разница, все одинаковые начальники, что никто не выходит ни до кого.
Я говорю, вы можете нас обыскать. У нас ничего запрещенного нет. И вместе со своим сотрудником провести в начальник кабинета. Тут не оружие боятся, тут камеру боятся. Нормально, да? Я же вам сказал. У меня вот только ручка и карандаш. Даже почему вы должны все открывать? Я хотите вам ответить словами теми, которые там говорились? Что если кто будет открывать и развязываться, здесь режимное предприятие, здесь не должно быть вести съемки. А что такое? Это какая режимная? Об этом вы хотите выяснить режимное? Или вы хотите просто создать... Вы хотите где указано о том, что это режимное предприятие? Да, почему где, так где, такая... Где? Интересно очень сильно. Где это? Режимное? А вы что не работаете оперативно, когда людей света нету? Вы сидите теплее, а, нормально. А где бригады? А что делать? Мне ваши бригады? А что делать? Да? А что делать там вот мне в частности? Продукты, я понял. Скажите, который бригады? На Новый год? Адрес скажите. Начальник по телефону. Начальником встречается по телефону, потому что начальник не может даже подойти. На рыбалка на улице есть бригада, сейчас работает или никакой есть? Бригады нету там. Потому что я уже потратила кучу денег, накатавшись до вас. Да, здесь пришли люди, у них возмущается, что там света нет, там переизбыток света, там боятся, что оно все перегорит. Боятся. Перегорело уже! Перегорело уже. Где света не мало? Рыбалка 25. Но вы же говорите, у вас тоже нет, женщина. Вот интересно, вы стоите. Моя? Есть, да. А что такое? Активист. Нет, просто... Я активист, помогаю людям. Ну, так, хорошо. На рыбалка. И рыбалка 25, да. Ну, в частности, 25 адрес. Ну, и пошло важно, в ту сторону. 25, 30. Ну, в ту сторону вся улица. И там сейчас нет бригады. Документы показать вам? Бригада была утром. А что, мне надо? Постояли 5 минут, не вылазили из машины. Я думал, надо. Я говорю, как есть. Пожалуйста. І вчора бригада була. Оце вони вчора накрутили, там щось кусок проволоки такі крутили. Ну, ось здесь нет на місця, вони що вони похоронили. Вони додають ваш адрес, прийдуть, пошлють бригаду, і ще раз, якщо там вона була. Ні, треба збирати людей. Друзі, йдіть, віддихайте, і може вам прийдуть і допоможуть. От весь ответ. Вот сейчас холодильник, не ответите? А что я должен делать? Я не знаю. Я не могу вам так сказать. Давай соберем людей, просто их выгонять из кабинета. И все, чтобы они не работали. Холодильник сейчас такой, как у меня. Сейчас свет отключить, а потом? Отключить, да. Нехай ты повыгонять всех отсюда, и все. А что с ними сейчас делать? Ну, если будете нарушать права... Ну, так что дальше? Ну, что? А вы не нарушаете, да? Издеваемся над людьми, да? Нормально. 220 вольт. А вы мне поставили? А вы мне поставили? Почему? Охранник. Я не был. А что вы не говорите?